Губернатор Наталья Комарова приняла участие в работе межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Югра представила продукцию со знаком качества, и глава региона отметила увеличение финансирования поддержки агрокомплекса из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Задача на сегодня – обеспечить жителей региона собственной продукцией – мясом, молоком, рыбой и птицей до уровня 26%. На совещании, посвященном актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса в УРФО, полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Якушев отметил показатели самообеспеченности регионов по основной продукции сельского хозяйства и высказал необходимость усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличению объема использования качественных семян и гибридов. Полпред отметил большое количество новых проектов и желание инвесторов развивать АПК.